bin so froh, dass du mich überredet hast. Я его вижу. Ты здесь? Ты как раз успели к самому главному развлечению. Откуда у вас столько сил? Победа или смерть, Софи? Помнишь? Мы с тобой до смерти успеем еще наворотить целую кучу дел. Thank you.
обращаюсь к тебе, Софи. Спасибо, Джесс. Эй, Джесс, мне твоя помощь нужна. Thank you.
Мир на самих небесах!
противник. Хочу, чтобы ты знал. Я тебя люблю. И я тебя, Джен. Эй, Софи, ты бы в другом измерении что делала? Я написала бы свою первую книгу. Ну и о чем? О двух сестрах и их приключениях. Охеренная будет книга. Ясное дело. А ты? Гуляла бы где-нибудь в полях. Где солнышко светит, ветерок дует, вокруг куча зверья. Радовалась бы жизни. Твою мать!
Эбби, больше никогда так не делай! Чё это? ФБР-то не справилась бы. Чёрт. Слушайте все! Мы сорвали планы по созданию Четвёртого Рейха. Но это всего лишь отсрочка. В одиночку нам не справиться. Нужно искать союзников по всему миру. То есть, значит, ты нас бросаешь? Пока мы в отъезде, вы остаетесь за главных. Мы справимся. Не вопрос. Нашим девочкам все по плечу. Черт, это точно. О, да. Что будет дальше? Скоро сюда заявятся берлинские дружки Жужу и Лотара. Мы будем ждать их. Класс. А пока, сестренки, есть дело. Валяй. Захватите как можно больше технологий Лотара и Жужу. Нам надо готовиться. Почему? Ну, к концу света. Ага, ясно. Если нацисты поднимутся в небо, придется и нам. Мы не дадим этим мудакам победить. Это уж точно. Скоро дождь, девочки.